Всем привет! Я Аня, и ты на Double Bubble, и это мой 9-й влог. На днях для нас произошло 2 очень знаменательных события. Первое. Нашему малышу наконец-то исполнилось 2 месяца. Поздравляем, поздравляем. Какой у нас он сладкий. Скоро вы его увидите. В этом влоге его будет очень много. Поэтому, кто ждал видео с ним, смотрите влог до конца. И второе. У нас на канале наконец-то 2 миллиона подписчиков. Этому я тоже безумно рада. Спасибо вам всем. Я обожаю своих подписчиков, они самые лучшие. Ну и первое, что мы должны сделать, это отправиться с малышом в больницу. Зачем? Сейчас узнаете. Эй, красавчик, доброе утро. Выходи, зажмурился. Держите, мама. Зайдем. Сначала на осмотр к педиатру, а потом уже на прививочку. Бедняжек, он не испугается, интересно? Я надеюсь, что нет. Вообще, у нас смелый парень. Да? Да. Парень, ты как? Вань, он смотри, зайка наша. Идем, прививку делать, не переживай. Главное мне не переживать. Я вообще так это, к уколам с осторожностью отношусь. Ну ничего, все будет хорошо. Смотри, какая больница. В фильмах. Крутая. Ну давай, сейчас будем тебе прививку делать. Николай, готов к прививке? Врач сказал, что готов. Всегда готов. Смена костюмов. Потому что, чтобы сделать прививку, нужно будет оголить ручку. И будут делать вот сюда. Чтобы было удобненько, вот мы на пуговках взяли костюмчик. Вот он рад как. Очень счастлив. Я бы не сказал. Куда вы меня привезли, скажи, вы предатели. Вы все предатели. Чего, мама, наш малыш, по-моему, даже не кричал. Да он вообще такой смелый, обалдеть. Все детки в кабинете в этом кричали, ну, на всю поликлинику. Потому что страшненько там, как-то неприятненько, а наш малыш вообще смелый. Я так им горжусь. Ну-ка, покажи его, как он там. Он уже спит, смотрите, он уже почти спит. Вот наша Зоенька. Он решил подкрепиться. Да, он Сашеньку взял и тихонько, спокойненько сейчас поедет домой спать. Отмечать свой день рождения. Да, сегодня у него день рождения. Все поздравляйте его. У него такой подарок – прививка. Вот такой странный для него подарок получился. Но на самом деле я для него подготовила другой сюрприз. Целые две коробки. И, естественно, мы сейчас с вами их распакуем. Ну, на самом деле, здесь стандартная история. Пеленки и подгузники. Это ему подарочек на каждый месяц. Но самое главное, что я заказала, сидит вот в этой маленькой коробочке. Давайте смотреть. Похоже на коробочку от пиццы, но там не съестное. Нет, нет, там не еда. О, смотрите, какой альбом. Начало путешествия Николая. Что это такое, Ань? Это альбом, который мы будем с Сашей заполнять. Ему останется на память. А для нас сейчас это будет очень классная забава. И вам вместе с нами будет очень интересно проследить, как растет и развивается наш малыш. Сейчас посмотрим, какое там у журнальчика наполнение. Внешне он мне, конечно, вообще очень нравится. Смотрите, как красиво здесь разрисовано все акварелью. Ну и внутри очень плотная и красивая бумага. Прям настоящий альбом. Короче, сюда мы будем клеить фотки, правильно? Да, фотографии, всю историю записывать. Вот тут, видишь, версия мамы, версия папы. История знакомства наша. Здесь даже где-то есть конвертик, в который мы положим его бирочку из роддома. То, что мы на ручку приклеили, его вес и рост. Ну что, давай первую фотку, может, туда положим? Давай. Распечатать фотки мы, конечно, еще не успели, но одна у нас была. Смотрите, какие мы тут милые. Все смотрим в кадр, такие домашние, семейные. Вот ее мы сейчас приклеим прямо в этот альбом.
В своем инстаграме и на ютубе я обязательно буду показывать, как мы будем заполнять этот альбом. Так что везде на меня подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И еще одна коробочка. Я, если честно, не помню, что там. Давайте посмотрим. Ну так всегда, на заказе из стекла. Это еще один альбом. Его мы подарим нашим друзьям. Кстати, когда я открыла этот альбом, кое-что поняла. Видите обложка? Все вроде бы правильно, ровненько, да? Открываем. И тут все кверх ногами! Как это вообще? Все кверх ногами, это конец. А знаете, где начало этого альбома? Мой первый альбом! И еще я заказала пачку пеленок и его кремчик для очень чувствительной кожи малыша. Те, кто следят за мной в инстаграме, знают, что мы с Сашей затеяли дома небольшой ремонт. Вот так вот сейчас все это выглядит. Наши жуткие грязные стены. И сейчас я вам покажу результат. Это наша кухня. Смотрите, какая светлая, белоснежная. Я так люблю белый свет. Но кухня еще сделана не до конца. В следующих влогах я обязательно все вам покажу и расскажу. Ну а еще мы переделали спальню и коридор. Но перед этим я хочу кое-что туда докупить. Поэтому поехали в Икею. Ну что, пойдем смотреть? Да. Нам все нужно в детскую, там, туда-сюда, везде. В детскую нам нужно обязательно. Я очень хочу красивые лампочки. Саш, ну как, нравится такой? Смотри, какой уютный интерьерчик новогодний. Блин, я просто обожаю Новый год. Это один из моих самых любимых праздников. Потому что вот так вот садишься, уютненько. Тут у тебя будет маленький Николай. Сюда вот ножки так укладешь и смотришь Гарри Поттера. Ты прямо писала кайф. А за окном у нас в доме будет идти такой пушистый-пушистый снег. Здесь должен быть пушистый снег. Саш, ну что скажешь? Если на такой кухне тиктоки проверять, как я смотрюсь? Ну нормально, да, посвежее. В новом доме так и сделаем. Да, вообще круто выглядит. Хотя, наверное, столешницу я бы сделала белой. Теперь она огромная, ее так далеко от тебя. А с этой стороны у нас была бы офигенная столовая. Правда, почему все черное? Я вообще терпеть не могу такие темные цвета. Я бы все делала белым. Вот, наконец-то мы дошли до места, где продаются ванны. Короче, нам нужно вот такую штучку, потому что старая у нас вообще вся сломалась, и мы, короче, пользуемся только вот этой покупной бутылкой. Ну, не очень красиво выглядит. А сейчас все стильненько будет. А еще у меня тут недавно разбилось мое любимое зеркало, поэтому... С которым мы лайфхаки снимаем все время. Да, с которым мы столько вообще видосов сняли. Ну, ладно, это все к счастью. Я считаю, потому что я куплю все новое. Увеличивающее, а с другой стороны оно обычное. Всем привет. Вот оно, новиночка. Давай. Люблю все новое покупать. Смотри, Саш, что это за кулирай? Чего их тут так много? Давай возьмем все одно такое. Я вся в акулах. Акула, таракула, держи. Baby shark, baby shark. Ну и ни один наш поход в магазин не обходится без покушать. Конечно, выйти офигенная еда. Фрикадельки. Саш, ну что ты берешься? Салатушки куриные. С картошечкой? Да, что-то проголодался я. Смотрите, какие здесь офигенные мармелады. Вот эти в полоску. Вообще класс. Воу-воу, здесь даже столовки топовый интерьер. Да. Сейчас какой ты стильный. Приплюсь, затестируем. Ой, оладушки. Ну как? Икея, еда это вообще вкусненько. На уровне Макдоналдс. Так же вкусно. Ну-ка, что ты там ешь? Ой, еще и мармеладку прихватил. Вообще кайфный. Она пахнет божественно. Пахнет очень вкусно. Короче, ребята, кто не пробовал вот эту горчицу, я вам просто клянусь, что это пушка. Лучшая горчица на свете. С хот-догами. Просто она моментально летит в нашу корзину. Я сюда только ради нее приехал. Тебе лишь бы пожрать. Идем, да, пожрем. Погнали, там Николай уж голодный, времени мало. Будем в бейсбол играть. Все купили? Капец тут. Коробок. Вообще просто, я что в шоке, я ждал, что столько всего нам надо. Саш, тут целая телега. Сейчас будем вешать. Да, полночи будем вешать, потому что Икея собрать, это вообще можно развестись. Но мы профи в этом. Ну да, да, мы уже не первый раз, поэтому, думаю, у нас и сложится. В итоге у нас здесь вот такие белые стены. Выглядело это все примерно вот так.
Как по мне, стало намного лучше и светлее. Я обожаю свет, поэтому для меня белое — это просто класс. Вот они, лампы, которые мы только что купили в Икее. Саша уже все установил, ему прям не терпелось, поэтому он сделал всю такую красоту. Если выключить свет, то выглядит это вот так. Очень красиво, я считаю. И уютно. А вот эта штука у нас из прошлого влога. Кто смотрел, тот узнал. Это мобиль, который мы подарили ему на месяц. Ой, смотрите, лежит малышек, смотрит на них. Только пришлось прогулочки, еще не проснулся даже. Да? Доброе утро. Ну а еще мы сменили шторы, потому что старые не подходили, они были тоже зеленые. А сейчас спокойного серого цвета и такие мягенькие. Обожаю все мягенькое и пушистенькое. Теперь наша спальня стала еще лучше! Ну что, вот он мой 9-й влог. В нем я постаралась собрать все самое интересное, что произошло со мной за последний месяц. Кстати, я планирую делать как минимум один влог в месяц, потому что вы очень часто просите меня показать что-то из жизни малыша, про наши с Сашей будни. Так что, если вам эта идея понравилась, обязательно пишите в комментариях и ставьте лайк этому видео. Так я пойму, что вам интересны мои влоги. И, конечно же, не забывайте про мой инстаграм. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и выбирай, какое видео посмотришь следующим.